Привет, молодежь! Это Эньюз, молодежные новости. И, возможно, это самые последние новости. Все потому, что мы находимся на крыше. Добро пожаловать, говорит церковь всем новым людям. И специально для них устраивает вечера, который называется Welcome вечер. А такой вечер прошло 8 ноября. Посмотрим. Напоминаю еще раз. Каждый вторник у нас проходит молодежная молитва в 20:00. Если ты забываешь, то выпей, пожалуйста, витамины. У нас появилась новая рубрика, называется Юздом. Ну или Юздом, пока мы решаем. Это хэштег Юздом. В общем, Юздом — это молодежные домашние группы. Юздом — это молодежь в твоем доме. Теперь анонсы. С 22 по 24 ноября пройдет осенний подростковый выезд. И сегодня у вас последний шанс на него попасть. Если вы хотите, вам надо после молодежного собрания сразу заполнить анкеты. Я тебе говорю, кекс, это будет круто. 30 ноября уже по традиции у нас пройдет служение девушкам, Youth Ladies. Для женщин, тебе говорю. А в этот раз они будут говорить о чистоте сердца. Девушки, реально говорю, это ваше событие, не пропустите. В общем, дорогие друзья, будьте осторожны. На следующей неделе увидимся. Кстати, на котором будет проповедовать пастор Мацула. Берегите себя.